we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Так, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Это я, и это моя новая прическа. Оцените по шкале от 1 до 10. Сегодня у нас... Вас приветствует семья Петровых. Сегодня у нас мукбанг. Мы уложили спать нашу дитятю, и сейчас мы приступаем к приготовлению ужина. Вы тоже готовьтесь, приглашаем вас на совместную трапезу. Боже, я великолепна сегодня. Магия, минутка магии, магия. Не надо писать, девочки, что курили. Магия. Эльчика, появись. Так, мы сегодня с Эльчикой. Подписчики. Мы сидели, отдыхали, общались, вот сильно проголодались. И сейчас у нас будет мукбанг. Вот. Встретимся за ужином. Так, девочки, мы вернулись, мы приготовили вот такой вот у нас потрясающий салатик. Ближе к камере покажите. Из свежих овощей. Огурчики. Учиться мукбанг. Помидорочки. Да, мастер-класс. Огурчики, помидорочки, перчик, редисочка. В общем, такой весенний салат, весеннее настроение. И Эльчика нажарила кабачков и свиной этой, как ее звать? Это грудка или шейка или чего-то там. Копченая. Шейка, грудинка, копченая. Копченая грудинка. И прекрасный нежный кабачок. Вот. Приятного нам аппетита. Присоединяйтесь. Обсудим что-нибудь интересное. Я так стесняюсь сесть на камеру. Стесняйся. Сейчас будем проходить тренинг. Пробуем. Ну как? Мне страшно. Очень нежненький, мягенький. Здесь вообще предполагается, что должна быть корочка зажаристая, но не в этот раз. Сегодня впервые в мукбанге у меня салфетки. Мне многие писали, почему нет салфеток. Сервировка по высшему уровню. Как лучше в домах Лондона. Ну как вкусно. Вкусно, да. Вкусно, да. Ароматно. Сейчас попробуем. Я так хотела эту помидорку. Я когда увидела, я очень люблю розовые помидоры, когда увидела... Да, зебра. Сладкий. Да? Помидор сладкий. Вкусно. А огурец липецкий был написано. Липецкий огурец. Мы специально морились голодом, чтобы есть хорошо и с аппетитом. Так, рассказываем, какие новости. За окном идет дождь. Нас задождило. Уложили Арину спать. Уложили Арину спать, да. Вот такая жизнь. Очень общительная кошка. Просто потрясающий характер, но неугомонная. Чтобы пообщаться, пришлось уложить ребенка спать. Так, все внимание на кошку. Все внимание. Я вообще на самом деле скептически относилась к словам Любы, что Арина рвет одежду, там залезает в шкаф, и я была свидетелем. Реально, кошка просто такая шмотница. Да. Что у меня? Меня прям жизнь испытывала на прочность последние дни. У нас тут был пожар, мы горели. Мы горели, мы пылали весь вечер. Вечером нас затушили и проснулись мы в белом таком облаке, потому что все это стало дымить. Вот.
Далее новость просто, знаете, которая разбивает сердце. Постоянно сходят какие-то слухи. Ну, я не люблю политику, у нас вообще канал не о политике. Постоянно ходят слухи о том, что, в общем-то, Россия и Украина готовятся к каким-то военным действиям. Во всей стране объявлена какая-то полная боевая готовность. Стягиваются какие-то, значит, войска к границам. И вот по случайности я оказалась в эпицентре этого всего, и у меня прям какие-то бомбежки за окнами время от времени происходят, что, конечно, негативно воздействует на мою нервную систему. Я сама слышу эти... Я думала, что это гром, а оказывается, это взрывы. Даже там, где живу я, это прекрасно слышно. Это нервирует. Ну, такое постоянное состояние, как сказать, подорванности, да? Состояние, как будто бежать хочется. Нет информации, во-первых. Mm-hmm. Во-первых, нет информации. Нас никто не предупреждал, что это вообще будет происходить. И поэтому ты не совсем понимаешь, это что? Это просто норма, так надо, это какие-то учения. Либо это действительно все, война началась, бежим, спасаемся. Особенно, когда это видно прям с лоджии, с балкона, у меня видно, и это прям дребезжат стекла. И все так прям реально действует на нервы. Ты как бы не паникуешь. Мы сейчас люди такие, знаете, по жизни расслаблены, и мы уже не верим, что может быть что-то плохо. Я даже полезла в соцсети читать, что там люди пишут. Типа, ой, что вы нагнетаете, это фигня. Вот сейчас мы живем в таком спокойствии, что нам всем кажется, что ну, с нами точно ничего не может случиться. Ну какие там вообще... Какая война? Какие... То есть мы не верим. Даже если это случится, с высокой долей вероятности... Кто-то не с нами, да, ощущение, что... Да, никто не побежит. Там были такие обсуждения, типа, ой, это чинуши справляют там какой-то свой очередной юбилей, это бомбят, типа салюты. Это бомбят салюты, да, то есть все думают о чем угодно, но только не о том, что в принципе может случиться, всем этого не хочется, чтобы что-то подобное случилось, но, увы. А что ты не ешь мясо? Ну, жарила мясо, ты так его хотела, наверное. А тебя внимательно слушаю и подъедаю помидорки. Да, вкусное мясо. Вот, видишь, я что-то она меня не хочет. Жарили мясо, она бросилась на салат в итоге. Очень вкусно. Так, пишите, что вы едите вместе с нами. Какие у вас новости? Я, в общем, обиделась на гороскопы. Знаете, что я вам советовала гороскопы? Типа Анжела Перл, я подсела на вот эти гороскопы, астрологические прогнозы. Она еще выкладывает типа астрологический прогноз и прогноз Таро. И, в общем, я следила там каждый месяц, отслеживала. И согласно этим прогнозам строила какие-то свои надежды. Надежды не оправдались, я обиделась на этот гороскоп. Вот. Чуть ли не каждый месяц у меня, знаете, какая-то эмиграция, какой-то у меня переезд. Я сижу, да. Но на днях я, так сказать, оттаяла сердце и решила снова посмотреть, что она там рассказывает. И узнала такую новость. Ну, вы же, типа, тоже со мной вместе подсели. Мы все вот такие, типа, все в этой терминологии. Там ретроградный Меркурий. У нас мы все знаем. Такие все стали подкованные. Вот. И все знают, что это, типа, плохо. И мы ждали, когда, значит, закончится ретроградный Меркурий. И планеты, значит, пойдут в прямое движение, все дела начнут двигаться, все. Мы будет... заживем, будет нам счастье. Все будет хорошо. Ну, короче, я не знаю, вы напишите, вам у вас там начало двигаться что-то где-то. Мы постоянно живем в состоянии, вот когда-то все будет лучше, чем сейчас. Вот сейчас дождемся светлого будущего. И, как говорится, удар снова ниже пояса. Нам, значит, сообщает Анжелик, что у нас, значит, к концу мая у нас, или чего там к концу? Ну да, на май уже был уже прогноз. Кто смотрел, кстати, пишите.
к концу мая у нас опять, вот, значит, куда-то там идет в это в ретроградное движение, то есть типа снова у нас будут какие-то тормозушные процессы, все будет затягиваться, это время подходит только для переосмысления прежних опытов, ни для чего, не идите к врачам, не делайте операции, ла-ла-ла. Ждите. Ждите, ничего не начинайте. То есть у меня такое впечатление, что мне этот Меркурий так и ни в какой зад не пошел. Вперед, точнее. Меркурий пошел вперед, а все дела пошли в зад. Он шел задом, да, все это время. И вот снова в конце мая опять он... То есть ну куда же уже тормознее эти процессы, если так уже все затормозилось до крайней степени. Ой... Ну, если я так уже, знаете, уже схожу с ума. Уже схожу с ума. Да. Крыша едет. Ну, с ума можно сходить по-разному. Можно весело сходить с ума. Можно не весело. Дай мне хоть вопрос, ты хоть пожуешь, я чем-нибудь тебе буду отвечать на вопрос. Ты покушаешь. Ты пока ты разговариваешь. Я точу, и ты такая, когда закончишь. Ты думаешь, я гляну, все тарелки пустые. Да, так наши коровы языком слезала. Вот. В общем, главное решение, которое я приняла, грустя тут в одиночестве, это перестать, значит, бороться со своим состоянием. Принять его. Принять, да. Вот это вот самое сложное, потому что мы как бы так все себя программируем на движение, мы живем в такой среде, что типа надо делай, чтобы там ни ста не было, ты двигайся, ты должна что-то делать, бороться, там, действовать, ла-ла-ла. И ты себе не даешь возможности там действительно как-то пострадать. А если страдаешь, то ты себя за это упрекаешь. Что же я страдаю? Какая я такая вся? Всех же хорошо. Я потеряла контроль за своей жизнью. Я страдаю. И тем самым страдание удваивается. Мало того, что тебя, ты и так переживаешь из-за каких-то неурядиц в жизни, которые происходят, да? И вот как у меня. Ну, вы знаете мою ситуацию, что рассказывать по тысячу раз. Вот. Мало того, что ты из-за этого переживаешь, так ты еще и переживаешь из-за своего вот этого состояния, что вот тебя затянуло, что-то у тебя как апатия, у тебя бессилие, ты не находишь для себя мотивации для каких-то дел, и сам себя еще из-за этого еще сжираешь, что удваивает, так сказать. А знаешь почему? Я решила вот так вот, знаешь, просто махнуть на это все. Погрущу, там, поубиваюсь, не знаю, какое настроение у меня, так я и буду действовать. А придут силы, и придет какая-то мотивация, начну что-то делать. В общем-то, мне не критическая ситуация, как говорится, есть где жить, есть что есть. А остальное, будут силы, я этим займусь. Сейчас я не хочу давить из себя, у меня и так нет на это особой энергии. Почему это все происходит? Хочешь скажи? Давай. Сейчас некий треугольник Карпмана, сейчас очень умные вещи буду говорить. Это тиран, жертва, спасатель. Это очень развито в нашем обществе. И в то же время мы это перенимаем вовнутрь. То есть у нас есть внутренний тиран, внутренний спасатель, внутренняя жертва. И мы, как люди, все вот по этому треугольнику постоянно ходим. То есть мы себя жалеем как жертву, потом мы себя спасаем как, ну, как спасатели. И мы себя тираним. Вот у меня, я проходила вот сейчас через жесткий этап такой самотирании. С одной стороны, я никак не могу повлиять на свою нынешнюю ситуацию. С другой стороны, я все равно подспудно чувствую, что у меня вот как будто бы я в чем-то виновата, мне нужно что-то делать, я себя тираню, я нет результата, что такое, моя жизнь непродуктивна. Вот так вот. Ну, это тоже психологический этап, потому что, опять же, в обществе, как принято, что если ты что-то делаешь, то у тебя должно получиться. Если у тебя что-то не получается, значит, ты плохой. А как ты можешь радоваться, когда ты плохой? Вообще, как ты можешь чего-то радоваться, когда у тебя что-то не получается? И у человека срабатывает такой защитный рефлекс. Я сам себя поругаю, ну, чтобы проще, чтобы другие не ругали, да? То есть, спасибо, я справлюсь сам. Не надо на меня... Ну, наседать, я сам себя поругаю, я сам скажу, что вот не получилось, значит, я плохой.
Вот, а это не значит, что если что-то не получается, что это что сам человек плохой внутри. Ну да, проще говоря, в нашем обществе мы сами воспринимаем какие-то трудности как какую-то ошибку выбора. Ты допустил ошибку, ты сделал неправильный выбор, а твои какие-то трудности в жизни – это следствие твоего выбора. А вот если бы ты выбрал по-другому, то, конечно, все было хорошо. Но это не так, да? Мы понимаем, что любой выбор вообще сопровождается какими-то трудностями. Это если вот только, знаете, жить в какой-то изоляции, чтобы кто-то решал за тебя какие-то жизненные вопросы и максимально ни с чем, ни с кем не взаимодействовать, тогда возможно избежать каких-то типа ошибок, а значит и трудностей, препятствий, да? Ну, если лежишь на диване, вот как только ты, да, начал какое-то движение, тебя могут ждать трудности. Вот решила ты поехать на концерт, да, например. Села в маршрутку, попала в пробку. Мы же не будем рассуждать тебя. Ну вот, а если бы ты не села, то и не попала бы, и не села бы на другой маршрут. Потому что есть, да, потому что есть более высокая мотивация, как попасть на этот концерт, да. А вот этим временем в пробке ты готов там потерпеть, пожертвовать вот этим неудобством ради какой-то большей цели. То есть вот мы через препятствия все равно идем к целям. Не бывает, чтобы можно было прийти к какой-то цели в жизни, минуя препятствия. Ну, не совершая ошибок, у нас уже у каждого свой опыт жизненный, да, и получается, что для одного человека легко, то для другого человека может быть очень сложно. Мы же на эту землю приходим как базовая базовые комплектующие, у нас у всех разные. Как конструктор Лего, у кого-то там сильная сторона одна, у кого-то сильная сторона другая, и мы, сравнивая с собой, думаем: господи, что это сложного сделать-то? Пошел, сделал, вот там договорился что-нибудь. А для другого человека невозможно. Это нарабатываемый опыт. Вот я с этим постоянно встречаюсь. Там, ну, со стороны дислексии я с этим постоянно встречаюсь. Потому что для некоторых, то, что некоторым легко, мне очень сложно сделать. А это базовая, общих, скажем так, базовая модель общества. Выпьем за чайку. Где-то была коробка с соком. Где-то вот. Я. Вот она. Все, это все предусмотрела. Смотрите, вообще. Так, у нас мультифрукт. Мультифрукт с мякотью. Тебе налить? Фрутоняшка. А, у меня есть еще. Я экономная. У нас безалкогольная вечеринка. Что-то мы такие грустные. Да, опять мы такие грустные. Ой. Смотрите, сегодня мне Эля подарила, значит, штатив для камеры. Видите, я сегодня в новом ракурсе. И я вот сейчас смотрю на себя и думаю: боже, какой ужас. Почему? Вот этот новый ракурс, он полностью, так сказать, отразил и недостатки моего телосложения. Да ладно. Я как какой-то заморенный червь. Я обычно сижу близко к камере, и я кажусь какой-то более крупной. А сейчас действительно по ней видно, что я ношу вещи из детского магазина. Да? Да. Вот это вот. Ну, в принципе... У тебя тоже, в принципе, но что-то как... Привет! Они решили за ужином помериться. Руками. Руками. Ну, или ноги длиннее, я так понимаю, чем мои. Да, у меня тело не симметрично, непропорционально, да. У меня короткий торс и длинные ноги. Все бы хотели. Я просто еще ношу одежду намного больше меня. То есть я 46-й беру. Так, кстати, у меня высохло здесь пятно. А то сейчас сижу. Было так вкусно, что у меня слюни текли просто отсюда. Забыла повесить запливчик или слюнявчик. Слава богу, все высохло. А я одевалась в детском отделе детского мира. До 28-29. А потом пошел оверсайз, по-моему, в моду вошел. И я с удовольствием стала носить широкие вещи. Да, сейчас, слава богу, это модно. Угу. Носить вещи на несколько размеров больше.
Когда снимаешь очки первое время, такое ощущение, что попадаешь в другое измерение. Вообще ничего не видно. А потом начинается, да? То есть я, например, делаю упражнения для глаз сейчас. И они помогают. Но все равно на нашу линзы. Ты линзы носишь? Нет. Нет? Нет. Я ношу. Вот чтобы видеть вот так вот при съемках. Всем известный способ. Я думала, ты готовишься. Нет, у нас почему-то так, знаешь, я вспомнила школьные годы, у нас такая какая-то тотальная была несправедливость. Почему-то на задних партах всегда оказывались люди, у которых плохое зрение. Непонятно почему. То есть либо были такие скромные, что это, знаете, все такие самые шустрые займут самые лучшие места, а мы такие все сидим, и у нас постоянно вся вот задняя парта, вся вот с таким вот... Наводили окулярчики такие. Прицелы. Так, резкость. Так, настроим резкость. Что это? Я сидела на первой парте всегда, потому что у меня было плохое зрение. Сначала на третьей, потом на второй, а потом на первой. Я сумела захватить первую только в 10 классе. Угу. И вот мы захватили первую с подругой. Штурмом взяли, захватили первую парту. И 2 года вот я сидела на первой. Уже у меня был комфортный в жизни период. Что можно было увидеть, что пишут доски. А до этого я постоянно заглядывала соседу в тетрадку, и он был убежден, что я у него хочу списывать. Но я хотела действительно списывать, но не решение, а задание, которое на доске пишут. Я его никогда не видела. И мне даже как-то неловко было сказать, знаете, типа, учитель, я не вижу, можно мне сесть поближе? Я была такая вся стесняха. Я в школе очень была стеснительная тоже. Помню, моего соседа первого по парте звали Игорь, и вот он был вообще такой, видимо, не очень хороший Игорь, и он все время прикрывал вот так вот свою тетрадку, чтобы я типа у него не списывала, но я хотела всего лишь навсего списать условия задачки, которая была на доске, но я в ней... Ну вот, в общем, вот так вот. И поэтому у меня с определенного момента очень хромали оценки, и причина была не ясна. А причина была в том, что к тому моменту, как мне наконец-то удавалось списать задание с доски, все уже все решили, урок уже начинал заканчиваться. Это не говорила ничего, да? Нет. Я, в принципе, была аутсайдером в школе, поэтому я сидела ниже воды, ниже травы, тише воды. Зато сейчас развернулась. Угу. Вот как школа на самом деле убивает личность в детях, в людях. Но если она есть, она в любом случае прорвется на YouTube. Как ты? У тебя есть еще место для покушать? Ой, я бы ела, в принципе, и ела. А потом так отвалилась. Но, в принципе, вкусно, потому что это достаточно жирненько, калорийненько. Вот. Ой, с косточкой. Не с косточкой. Очень я уже это переполнилась. Да? У меня мало вместительное. Я могу через 15 минут малоэтражечка. Просто опять подсесть и начать есть. А так за один прием что-то много не влезает. Ну, мы можем закончить. Так, что мы там уже? О! 22 минуты! А ты там вырежешь чуть-чуть. Ну, я не буду ничего вырезать там. Так, дорогие мои, спасибо, что были с нами, спасибо, что поужинали. Хорошего вам вечера. Хорошего вам вечера. Да, Элечка тоже, кстати, блогер, у нее есть свой канал, я оставлю вам ссылочку. Переходите, подписывайтесь, знакомьтесь ближе, так сказать. Там будет интервью с Любой. Да, я не знала. Серьезно, там будет интервью. Господи, я не готовилась. У меня же канал про жизнь в путешествии, и вот сейчас будут для Любы такие вопросики, конечно же, каверзные, там у меня сплетни-расследования. Как там еще сплетни-расследования? Скандалы-интриги. Как там еще? Ты как это опять вспомнила? Что там? Что она сказала? Всем пока, всем пока. Любим, всем до скорых целую. Встреч. Хорошего вам вечера. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока. Подписывайтесь на это видео, ставьте лайки, и будет очень много всего интересного.